Подобная акция в изоляторе накануне Рождества и Пасхи проводится уже много лет. Организаторы – православный приход собора Михаила Архангела, УВД по городу Сочи, городская общественная организация «Милосердие судимым». Цель мероприятия – социальная реабилитация правонарушителей. Для них организаторы акции приготовили традиционные пасхальные подарки – куличи и крашеные яйца. Священник собора Михаила Архангела рассказал об истории праздника и раздал желающим иконки и православную литературу. С каждым желающим он проводил беседу, узнавал обстоятельства, из-за которых люди нарушили закон, призывал к покаянию и исправлению ошибок. Христос воскресе! В эти святые дни Господь заповедовал обязательно уделять внимание тем, кто сам не может прийти в храм. И мы, помня о том, что есть такая русская поговорка «от сумы и от тюрьмы не зарекайся», приходили сегодня к людям, которые находятся в местах лишения свободы. Слава Богу! И УВД разрешило, и люди нас поддержали. И большая радость сегодня была и там, где люди лишены свободы. Воистину воскресе!